Луис Куендес – основатель и руководитель проекта «Арагон». Луис является хакером и сторонником движения свободной культуры. Он основал множество стартапов с тех пор, как погрузился в создание свободного программного обеспечения в 12 лет. Луис был основателем HoloLabs, Asturix, Cardvi, Telefonica, Stempery и Unpatent. Он также был советником вице-президента Европейской комиссии Ниили Кроэс. Луис уже издал свою первую книгу, которая поднялась на первое место в категории «Бизнес на Амазоне». Луис считает себя криптоанархистом и безусловным фанатом биткоина. We'll be right back.